Можно начинать. У нас сегодня 18 ноября 2022 года. Вебинар наш будет посвящен топическим ретиноидам, вообще ретинолу в косметологии, и немножечко затронем дерматологию. И я планирую рассказать, собственно, о том, какие ретиноиды бывают, в каких случаях их применяют. Поговорим о косметическом ретиноле, о различных формах, что от них ожидать и какие нюансы применения есть у них. Протоколы тоже ухода универсальные рассмотрим, как, собственно, подбирать, с чем сочетать, в каком случае. Буду рада услышать от вас вопросы всякие, которые, может быть, по этой теме у вас возникнут. Для этого вебинар, собственно, и проводится, чтобы в реальном времени можно было задать свои вопросы. И перейдем, собственно, непосредственно к ретиноидам. Ретиноиды – это производные либо структурные аналоги производных ретиноевой кислоты, ну, то есть витамина А. Вот. И к витамину А, к ретиноевой кислоте непосредственно, у нас есть рецепторы. Рецепторы есть не только в коже, но их достаточно много в коже, в эпидермисе и в дерме. И вот эти ретиноевые рецепторы, они как раз и реагируют на применение как топического, так и системного, то есть перорального ретинола. Каким образом это происходит? То есть вот на этой картиночке как раз изображена кожа, эпидермис и дерма, и место расположения вот этих ретиноевых рецепторов. И, соответственно, рецепторы эти будут реагировать, собственно, ретиноевой кислотой. И если ретинол существует в различных, о которых мы попозже поговорим, формах, которые являются предшественниками ретиноевой кислоты, то, соответственно, им нужно успеть еще превратиться в коже, в ретиноевую кислоту, чтобы она как раз сказала свое действие. И вот ретиноевая кислота будет связываться как раз со специальным белком стазольным, который будет ее как бы принимать как мишень, транспортироваться в ядро клетки, и там уже с вот этими рецепторами, соответственно, будет вступать в контакт. Вот, ретиноевая кислота у нас превращается из эфиров ретинола в ретинол. Да, если мы используем эфиры ретинола, там, ретинилацетат, пальмитат, то она должна превратиться сначала в ретинол, потом в ретинолигид, и только потом в ретиноевую кислоту. Вот. И когда уже она связывается с рецепторами, они, собственно, отвечают за уже транскрипцию различных генов и за, соответственно, рост, дифференцировку клеток, ну, в частности, кератиноцитов эпидермиса, например, да, или фибробластов дермы, и за апоптоз, то есть гибель клеток кожи. То есть происходит отшелушивающее действие, например. Но так как ретинол у нас обладает не только эффектом отшелушивания, но еще и стимулирующим достаточно мощным эффектом, и он воздействует еще и на пигментацию, и на деятельность фибробластов, которые вырабатывают структурные белки, коллаген, эластин, и гликозаминогликаны дермы, то есть гиалуроновую кислоту, например, эндогенную. То есть поэтому у ретинола, как вы видите, действие комплексное, и поэтому это один из самых мощных, можно сказать, компонентов, использующихся в косметике и в медицинской продукции, которые применяются при различных проблемах с кожей, как правило, либо связанные с воспалением, либо с гиперкератозом, как, например, при псориазе или ихтиозе, либо при новообразованиях кожи, которые, собственно, могут иметь злокачественную природу. Что, собственно, у нас, какие ретиноиды у нас, собственно, есть? Ретиноиды, они разных поколений существуют. Это все синтетические аналоги, структурные, либо функциональные. То есть они могут быть не похожи по молекуле, по химической формуле, но являются функциональным аналогом вот этих метаболитов, витамина А, то есть производных его. И понятно, что самым главным, ну, предшественником, который является провитамином, это бета-каротин, всем известная морковка, как бы содержит его. Ну, каротиноид, на самом деле, содержится не только в моркови, но во многих других пищевых продуктах. Но уже самим ретинолом, да, структурным или функциональным аналогом, могут быть ретиноиды. Да, ретиноиды, то есть производные, производные либо синтетические аналоги. Какие они бывают?
В первом поколении у нас такие ретиноиды, как третинаин, собственно, ретиноевая кислота, трансретиноевая кислота, изотретиноин, это ее изомер, 13-цисретиноевая кислота. Эти ингредиенты, эти компоненты, да, химические вещества могут использоваться как в топическом применении, то есть наружном, в виде топических препаратов, так и в виде системных ретиноидов, то есть для приема внутрь. Есть такое производное, как алитретиноин, это 9-цисретиноевая кислота. Используется он как противоопухолевый препарат чаще всего. Ну, основное его показание – это кожные проявления саркомы капши, которые возникают при синдроме иммунодефицита человека, да, при СПИДе, приобретенного иммунодефицита. Для лечения, например, акне, алитретиноин, как правило, не применяется. Существует ретинол, чистый ретинол и ретинальдегид. Как вы видите, в этом списке нет эфиров ретинола, потому что это как бы предшественники, которые не оказывают такого мощного действия. Это вещества, которые используются, как правило, либо в косметике, либо в каких-то других препаратах, как антиоксиданты. Поэтому, если вы видите в составе, например, эфир ретинол, ретинолпальмитат или ретинолацетат, то эти препараты не являются, скажем так, активным ретинолом. То есть они не являются теми косметическими средствами, к которым относятся все нюансы применения, о которых мы позже будем говорить. То есть их, в принципе, можно применять без каких-то там предосторожностей сильных, в отличие от средств, которые содержат ретинол, например, ретинальдегид. Потому что они, как правило, в формуле используются для того, чтобы, во-первых, эта формула не окислилась быстро, во-вторых, чтобы работать как антиоксиданты, ну, как, например, стабильные формы витамина С или как витамин Е, которые предотвращают реакции перекисного окисления на коже липидов. То есть как профилактика фотостарения, допустим, как в антиполюшен средствах тоже используется ретинилпальмитат, ретинилацетат достаточно часто. Вот. А уже ретиноиды, то есть, например, первого поколения и других поколений, они применяются чаще всего для лечения акне, то есть для лечения актеформных дерматозов, то есть воспалительных процессов на коже, и состояний, которые связаны с гиперпролиферацией, собственно, кератиноцитов, например, какие-то проявления ихтиоза. В антиэйдж программах применяется третинаин, ретинол, ретиналь – это хорошие антиэйдж компоненты. Другое дело, что третинаин у нас в косметике не встретишь, потому что, ну, во многих странах это рецептурный препарат, который содержит третинаин. Но в некоторых странах, например, крем с третинаином можно купить и без рецепта в аптеке. Там, например, Индия или Испания. Но я, честно говоря, сторонник, что все-таки это достаточно серьезное такое, как бы, воздействие на кожу, поэтому все-таки лучше, чтобы такие средства назначал специалист. И то, что их продают по рецепту, то, что это является медикаментозным средством в большинстве стран, ну, в общем-то, это правильно. Ретинол и ретиналь имеют право существовать в косметических формулах. И, соответственно, альтретинаин, как я уже говорила, это противоопухолевый препарат. Второе поколение ретиноидов, в котором нет, замечу, топических форм, то есть у них только пероральные формы, это ацетретин и этретинат. Этретинат, собственно, это предшественник, а ацетретин – это его метаболит, то есть производная. И применяют эти средства при тяжелых формах псориаза, при ихтиозе, причем не во всех странах, потому что, ну, этретинат, он вообще старая такая форма, которая применялась там в 90-х годах, чаще всего 20-го столетия, там основные исследования по нему и применение активное было вот в 1980 каких-то годах, там 90-х каких-то годах, вот, и сейчас практически не применяется. Иммунопрофилактика немеланомного рака кожи у реципиентов трансплантатов паренхиматозных органов. То есть немеланомный рак кожи, то есть риск возникновения его у людей, которым пересадили печень, например, он гораздо выше, чем у обычных людей. Поэтому вот эти препараты применялись, например, для того, чтобы как бы не было вот этого осложнения. Также у этих же пациентов и у пациентов с иммунодефицитом может быть
такое генерализованное, очень большое количество, например, резистентных к лечению бородавок тоже используются такие препараты, использовались, да, для, ну, сейчас, в частности, ацитретин чаще всего использовался и используется. Вот, и актинический кератоз тоже при вот таких вот проблемах генерализованных, которые проявляются, например, это когда под воздействием солнца возникает очень сильный кератоз, очень грубая кожа, и, собственно, тогда вот эти ретиноиды второго поколения пероральные, они могут быть показаны. Третье поколение ретиноидов, оно всем нам очень хорошо знакомо, потому что здесь всем известный препарат адапален, то есть это действующее вещество многих средств для лечения акне, которые мы знаем, то есть, собственно, адапален, диферин, клинзит и так далее, атоклин. Это все препараты, которые используются для лечения акне, для лечения вульгарных укрей. Также есть такой производный ретиноид тазаротен. Он в нашей стране не зарегистрирован, к сожалению, но за пределами нашей страны он применяется. И применяется не только для лечения акне, но и для профилактики лечения фотостарения. То есть фотостарение, морщины, то есть антиэйдж. Также немножечко off-label применяют топические ретиноиды третьего поколения для, опять-таки, уменьшения выраженности фолликулярного гиперкератоза и гиперпигментации. Потому что, ну, на самом деле, все ретиноиды обладают осветляющим действием. И как раз вот у ретинола, ретинальдегид, который используется в косметических средствах, чаще всего вот этот эффект ожидают люди, которые эти средства приобретают и используют регулярно. Но те, которые ретиноиды третьего поколения, которые используются для лечения акне, они тоже дают такой эффект. И как раз то, что эти препараты, содержащие их, стали применяться в антиэйдж-практике, как раз произошло от того момента, когда людям назначали, особенно вот акнетарды, ничего страшного, Тори, вот, когда акне взрослых женщин, так называемый, да, акнетарда, возникало, когда назначали вот эти вот препараты тем, кто совсем не молоденький, и люди обнаружили, что не хотят прекращать применение их, потому что стали уменьшаться морщины, стала повышаться упругость кожи, и поэтому, собственно, и постакне стали быстрее уходить, да, то есть застойные пятна. Поэтому, вот, например, тазаротен активно применяется для, например, коррекции возрастных изменений. Но на самом деле ретинол, ретинальдегид обладает не меньшей эффективностью и, собственно, может быть, чуть дольше накопительный эффект формируется, но при этом меньше побочных эффектов в виде раздражения кожи, повышения чувствительности, шелушения и так далее, то есть вот этих вот побочек, связанных с возникновением ретиноевого дерматита. Поэтому спокойно можно использовать в качестве антиэйдж как раз и ретинол, и ретиналь, а не, например, адапален или тазаротен или третинаин, который продается по рецепту. Ну и к третьему поколению относится бексаротен, который тоже применяется как противоопухолевый препарат и, собственно, не применяется для лечения акне или с целью антиэйдж. И сейчас уже есть четвертое поколение ретиноидов, к сожалению, опять-таки тоже у нас оно не продается. Это трифаротен, препарат Аклиф, который, естественно, применяется тоже как противовоспалительный препарат при акне. Он более селективный, то есть он воздействует таргетно, то есть конкретно на именно вот гамма-рецептор ретиновой кислоты, RARY, который. И таким образом он работает как ретиноид, как ему положено, уменьшает фолликулярный гиперкератоз, противовоспалительное действие оказывает, но при этом риск развития ретиноевого дерматита у него меньше. Ну, чем селективнее вообще препарат, тем меньше у него побочек. Это, ну, правило такое. И плюс его концентрация, например, в составе средства должна быть меньше эффективной, может быть, меньше эффективной, нежели чем мы должны положить, например, туда, в это средство, например, адапален, чтобы он работал. Поэтому 0,05% трифаротена оказывает действие ничем не хуже, чем, там, допустим, гораздо большая концентрация, 0,1% того же адапалена. Или, там, допустим, 0,25% или 0,5% или даже 1% ретинол. То есть как бы разница очень большая в количестве, в концентрации.
Вот, поэтому вот такие вот ретиноиды у нас на данный момент сейчас существуют. И в косметике мы, естественно, применяем те формы, которые разрешено применять в косметических средствах. Это ретинол, ретинальдегид. Ну, естественно, применяем эфироретинолы, которые, собственно, не являются, как я уже говорила, активными формами ретинола, а являются просто антиоксидантами. Напомню, что вот эфироретинола, ретинилпальмитат, ретинилацетат, который мы видим в инке, да, нашего какого-нибудь косметического средства, должны, чтобы воздействовать на кожу, свое действие, должны превратиться сначала в ретинол, потом в ретинальдегид, потом в ретиновую кислоту, которая уже связывается с рецептами и оказывает свой эффект. А как бы поэтому до, так сказать, превращения в ретиновую кислоту ретинилпальмитат, как правило, не доживает или ацетат, они все-таки работают как антиоксиданты. Если же мы в составе видим чистый ретинол, ну, либо инкапсулированный, либо свободный. Вот у нас, например, в сыворотках Ретидерм 025-05 есть и тот, и другой ретинол, то есть и инкапсулированный в липосомах, и, соответственно, чистый, свободный, который там существует в формуле. Инкапсулированный, он в меньшем количестве его можно добавлять, он будет более эффективный за счет липосомальной капсулы из фосфатидилхолина, который будет проникать глубже, растворяться и выпускать его, как говорится, поближе к органам, к клеткам, мишеням. А свободный ретинол, он чуть больше раздражающим действием, конечно, обладает, поэтому у нас наши химики в Гильтеке решили эти две формы соединить, чтобы и раздражение было меньше от препарата, в то же время, чтобы эффективность была хорошая. И в совокупности там в составе будет 0,25% активного ретинола в сыворотке Ретидерм и 0,5% активного ретинола в сыворотке Ретидерм 0,5. То есть Ретидерм 0,25 и 0,5 как раз там вот указано в названии, прямо вот концентрация. Начинать всегда нам нужно с 0,25 применения. Соответственно, также мы планируем разработать 1% ретинол. Туда в состав будет входить уже, скорее всего, ретинальдегид тоже. И, в общем, будем ждать этих светлых времен, когда мы его наконец разработаем. Но нужно тестирование на клинических испытаниях. Особенности. Какие применения активного ретинола? Естественно, мы с ретинолом, с любым, ну, за исключением пальмитата, ацетата, ведем себя так, как бы если мы вели себя с лекарственным препаратом с третинаином в составе. Если первый раз вопрос, собираешься принять ретинол, да, обязательно с 0,25. Более того, я вам скажу, что даже если вы применяете какой-нибудь, применяли аналог другого производителя или там, допустим, вы сделали летом перерыв какой-то там на 2-3 месяца и потом решили снова продолжить с осени применять ретинол, вы всегда начинаете с концентрации 0,25. Кроме того, не всем нужна концентрация 0,5, это только при достаточно грубой коже и выраженном гиперкератозе она нужна. И большинство, например, для получения эффекта именно вот улучшения цвета лица, повышения упругости кожи, выравнивания тона, достаточно вполне 0,25 для регулярного применения постоянного в осенне-зимний период, например. И если, допустим, на коже лица кожа может быть грубее, то, например, в периорбитальной зоне и в зоне шеи она может быть нежнее, точнее, она у всех там нежнее. Вот, да, мелкие морщинки, да. Единственное, что наносим мы по косточке всегда, потому что ретинол у нас достаточно хорошо диффундирует в кожу, поэтому если мы нанесем вот так вот по косточке, он у нас попадет даже в зону подвижных век, поэтому не нужно носить на веки, можно получить отечность и раздражение. Вот, и о чем я как раз вот говорила, что когда мы применяем, например, 0,25 ретинол, бывает так, что кожа лица грубее, ну, Т-зона бывает у жирнокожих, комбинированных кожих людей, и действительно нужен, например, 0,5, хочется 0,5 применять. А, например, для периорбитальной зоны и для шеи мы оставляем 0,25, потому что 0,5 может, например, на шее вызвать раздражение, покраснение и зуд, а на лице будет вести себя нормально. Поэтому на шею мы, например, оставляем 0,25 в области декольте и шеи, а на лицо, допустим, переходим на концентрацию 0,5. Вот такой нюанс. Значит, какие основные правила применения активного ретинола? Во-первых, мы сейчас все расскажу тогда и отвечу дальше на вопросы. Я вижу вопрос, Марина. Значит, смотрите, во-первых, мы с ретинолом
Никогда не работаем, если планируется беременность или она уже наступила. Понятно, что топические формы ретинола, они не столь опасны. Естественно, они не попадают в таком количестве системный кровоток, чтобы преодолеть плацентарный барьер, попасть к плоду и вызвать тератогенный эффект, как это делают пероральные формы, которые внутрь применяются. Но, естественно, никто в здравом уме не будет и твердой памяти тестировать на беременных женщинах средства с активным ретинолом. Поэтому превентивно ретиноевые препараты, даже топические, не применяются во время беременности. И поэтому, если человек забеременел, не нужно паниковать, если вы вдруг применяли ретинол или даже сделали с большой концентрацией ретинола желтый пилинг, и вдруг узнали, что у вас там две полоски пресловутые. Просто отменяем препарат и больше не пользуемся, соответственно, относимся к скринингам, которые у нас регулярно во время беременности происходят, особенно к его 12-недельному основному вот этому вот скринингу 12 недель. И все будет хорошо. Соответственно, если тут тоже иногда возникает вопрос, а что быть тогда с лактирующими женщинами? С лактирующими женщинами там немножко все проще, потому что топический ретинол, он ну, никак не повлияет на ребенка, который пьет молоко женское. Вот. Другое дело, что если женщина применяет ретинол, она может случайно коснуться щекой там, или чем-то, где вот этот вот ретинол намазан, нежной кожи ребенка, и у него может возникнуть ретиноевый дерматит. Это будет неприятно, у него тоже будет там болеть, чесаться и шелушиться, он будет плакать. Вот именно с этой точки зрения при лактации тоже ретинол не рекомендуется применять. Но мы с вами знаем, между нами девочками, да, вот, что женщина, которая только родила, и которая ребенку там полтора месяца, это совсем не та лактирующая женщина, которая кормит тоддлера полтора или двухгодовалого. Поэтому здесь как раз уже, конечно, можно все, и просто стараться действительно не касаться ребенка лицом с ретинолом и тыльной поверхностью рук, которую мы не забываем смазывать ретинолом для профилактики возрастных изменений на вот этой области, которая у нас выдает. И тогда можно, конечно, ретинол спокойно применять, даже если мы ребенка кормим еще, подкармливаем такого уже подрощенного грудным молоком. Соответственно, вопросик тут, значит, прилетел: при применении крема с ретинолом и солнце меньше 3, то тоже надо SPF про 100%. Хороший вопрос. Если где-то около 3 индекс инсоляции, который мы в прогнозе погоды смотрим, то достаточно будет SPF от 8 до 15, ну, до 25 как вариант. То есть все, что до 15 уже будет нормально. То есть, например, наш гельтековский увлажняющий крем или крем для комбинированной кожи с SPF 15 будет идеальным вариантом на осенне-зимний период. И если уже, конечно, там 4, 5 и дальше индекс инсоляции, то желательно все-таки с утра использовать более высокие значения SPF, если вы планируете длительное время находиться на улице. Потому что вот этот вот уровень SPF – это то, насколько больше времени вам можно находиться на солнце, условно говоря, если вы используете вот это средство. То есть, если SPF 15, то меньше времени вы сможете находиться на солнце. Если 30, то дольше. Если 50, еще дольше. В креме с ретинолом там ни пальмитат и ни ацетат, там как раз… А, вы имеете в виду, что… Ретидермы, да, вы имеете в виду, Марина? Напишите на всякий случай, какой вы имеете в виду крем. Если Витаматрикс, то там как раз, да, как антиоксидант используется витамин А, если это крем из серии Home Care Витаматрикс. А если это крем сыворотки с активным ретинолом Ретидерм 0,25 и Ретидерм 0,5, где прописана концентрация ретинола, то это активный ретинол, то есть чистый ретинол, который находится там в двух формах, липосомальный и свободный. Вот, поэтому там не эфиры. Вот с ними мы работаем как раз вот, соблюдая все правила, которые я сейчас пытаюсь озвучить. Значит, про беременность, лактацию поняли все. Значит, что у нас по применению нюансам именно самого нанесения и когда применять? Применяется ретинол активный только вечером, в вечернее время. Точно так же, как и противовоспалительные средства с синтетическими ретиноидами, такими как, например, адаполен или тазаротен. Так же, как и крем с третиноином, например.
Все будет применяться в вечернее время. Днем никто ретинол не наносит, потому что, во-первых, ретинол сам под воздействием ультрафиолета распадается и может, например, стать прооксидантом вместо антиоксиданта. И, во-вторых, он может повысить фоточувствительность кожи. Поэтому наносим строго вечером, один раз в день. И, как правило, даже не каждый день. Начинаем мы всегда с минимальной концентрации и с минимальной кратностью нанесения, то есть 2-3 раза в неделю. В течение полутора месяцев мы переходим на режим применения через день, и большинству людей достаточно такого, собственно, режима применения. В другие вечера, когда нет ретинола, мы можем использовать что-то восстанавливающее, например, допустим, средства там с пропребиотиками, а-ля сыворотка Пробиоскин, либо мы можем наносить, например, пептидную сыворотку, которую мы не можем в одну рутину, в одно нанесение с ретинолом сочетать, например, 5 пептидов тоже с таким очень выраженным антивозрастным эффектом. Можем наносить с антиоксидантами, например, C-Energy, можем наносить какие-то средства таргетного воздействия, да, допустим, мы хотим что-то, там, антикуперозный гель тот же самый применять. Тоже мы, соответственно, в другие вечера можем любые другие препараты применять. Можем какие-то смягчающие, восстанавливающие кремы, например, применять. А-ля, например, наш новый восстанавливающий крем NMF Protection, который совершенно идеальный вариант для восстановления кожи. Как раз если в начале применения ретинола, в первый там месяц-полтора, возник, например, ретиноевый дерматит. Ну или по какой-то другой причине кожа стала с нарушенным гидролипидным барьером. Соответственно, применяем вечером. Кратность у нас 2-3 раз в неделю начинаем, потом выходим на режим применения раз в 2 дня. И, собственно, как правило, так мы и оставляем. Вот. Правило горошины – это когда мы не наносим большое количество ретинола. То есть, как правило, 1-1,5 нажатия вот этого нашего стандартного флакона 30 мл достаточно на все лицо. 2 нажатия, как правило, хватает на все лицо и шею. Из декольте вместе. Не забываем наносить на тыльную поверхность рук, потому что у нас это место очень сильно выдает наш возраст. Там пигментация раньше всего образуется, там какие-то повреждения, дряблость кожи и все такое. То, что, собственно, тоже считывается как маркер возраста. И, в общем-то, кожа рук у нас подвержена агрессии внешней среды, даже больше, чем лицо гораздо. И поэтому балуйте ручки ретинолом тоже, когда наносите его на лицо. И наносить ретинол, ну, с руками проще, там как бы нет такого сильного, как правило, раздражения на ретинол, в отличие от лица. Обязательно нужно наносить ретинол на сухую кожу. Причем сухая это не означает влажная, а означает, что после умывания и тонизации прошло как минимум 15 минут, чем суше кожа, тем больше, да, то есть от 15 до 30 минут. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас кожа успела выработать немножечко кожного сала своего собственного, восстановить липидную составляющую нашего защитного барьера, и тогда ретинол менее агрессивно на кожу это будет воздействовать. Вот, вижу вопросик, когда наносить крем, когда привыкает кожа, не надо пользоваться каждый вечер, ну, так. Не надо пользоваться каждый вечер. Каждый вечер не нужно, да, потому что чаще всего достаточно раз в 2 дня наносить, то есть через день, даже иногда реже. То есть все зависит от чувствительности кожи, от того, насколько у нас эпидермис плотный, потому что сначала ретинол начинает сильно стимулировать отшелушивание, и эпидермис немножко истончается, а потом, спустя вот эти вот 1,5-2 месяца после начала применения, когда мы постепенно уже на режим применения через день выходим, у нас эпидермис начинает утолщаться за счет того, что вот эта стимуляция быстрого отшелушивания запускает реакцию каскадом, да, на базальную мембрану подается сигнал, чтобы там образовывались новые молодые кератиноциты. И у нас эпидермис начинает становиться толще, плюс еще ретинол воздействует на фибробласты дермы, у нас вырабатывается там, собственно, гиалуроновая кислота, собственные структурные белки, коллаген, эластин. И упругость кожи начинает повышаться. И вот поэтому спустя там пару месяцев после начала применения ретинола мы как раз и начинаем видеть вот этот вот
упругость, вот это вот сияние такой, лоск такой появляется на коже. Ну, плюс цвет лица улучшается и выравнивается тон. Это тоже дает визуальный эффект очень хороший. Но вот именно с точки зрения упругости, тургора кожи, как раз нам нужно какое-то время попользоваться ретинолом для того, чтобы плотность кожи увеличилась. Ну и, соответственно, толщина эпидермиса увеличивается и перестает уже кожа раздражаться, снижается чувствительность. Если было шелушение какой-то там в чувствительных зонах, оно перестает шелушиться, и тогда уже мы можем спокойно, как говорится, применять его в комфортном для нас режиме. Если же у нас слишком интенсивно возник ретиноевый дерматит на фоне применения ретинола, то есть очень дискомфортная чувствительность кожи повышается сильно, то мы просто регулируем это кратностью нанесения, то есть урежаем применение, например, да, или, допустим, вообще отменяем там на 4-5 дней, потом заново опять с 2-3 раз в неделю начинаем. Либо мы бывает, что должны уменьшить количество немножко, потому что иногда люди перебарщивают, ну, привыкли наносить побольше, и сразу, значит, увеличенную дозу наносят и получают более выраженные вот эти побочные эффекты, прогнозируемые. Тогда мы просто должны контролировать, чтобы вот эту горошинку мы все-таки наносили, а не 2 или 3. Вот. Как можно долго пользоваться ретинолом? Это зависит от возраста. На самом деле, потому что если мы применяем его больше с профилактической целью, скажем так, где-нибудь там 28, 30, 35 лет, то можно пользоваться, допустим, в осенне-зимний период от 4 месяцев. Меньше 4 месяцев смысла особого нет делать курс. От 4 месяцев там до полугода потом делать перерыв. Можем, как говорится, делать просто на лето перерыв. Если же уже человек там 45+, использует ретинол, то, как правило, ретинол нужен почти постоянно. Вот. Единственное, что, конечно, когда у нас инсоляция активная летом, то я все-таки советую, особенно в нашем регионе, где традиционно люди не очень привыкли защищать себя от солнца тщательно, как, например, люди, которые живут в тех странах, где вообще нет зимы, то лучше, конечно, летом, допустим, хотя бы там с июня по август или там с мая по середину сентября делать перерыв и компенсировать вот это стимулирующее действие ретинола другими препаратами, которые тоже будут оказывать такое действие. Например, летом мы используем сыворотку с большой концентрацией антиоксидантов C-Energy, например, утром, а вечером сыворотку с большой концентрацией пептидов и мироксантов и ремоделирующих пептидов и трипептида меди, то есть 5 пептидов наш вот этот в последнее время очень популярный омолаживающий концентрат. Вот. И, собственно, мы переживем вот этот период без ретинола, без потерь. Поэтому вот, например, то, что написала Марина в Краснодаре, да, живет в Краснодаре тепло становится уже, там в апреле уже индекс инсоляции может выше 4 быть довольно-таки, так как бы, ну, почти как в Крыму. Поэтому здесь как раз вот вам такая схема бы, наверное, подошла, чтобы где-то там с октября по апрель пользоваться ретинолом, а с мая по сентябрь использовать, например, C-Energy плюс 5 пептидов для того, чтобы поддерживать кожу зрелую в хорошем таком состоянии. Значит, что касается, так, обязательно сыворотку с ретинолом закрывать кремом или не нужно? Хороший вопрос, на самом деле, я как раз, вот пункт 7 у меня как раз об этом в данном, на этом слайде. Кремом закрывать не нужно, потому что сыворотка с ретинолом, она самодостаточная, в принципе, по текстуре, очень комфортная. Но если кожа комбинированная или жирная, это хорошо переносится. Если кожа очень сухая и привыкла к плотным текстурам, кремовым, что-то такое восстанавливающее все-таки хочется нанести, то тогда крем нанести можно. Единственное, что наносить его надо не раньше, чем через час после того, как вы нанесли ретинол. Это, кстати, касается и использования, опять-таки, средств противовоспалительных с тем же адаполеном. То есть, если вы можете все вот эти рекомендации, которые я сейчас даю, применить на ретинол, транспалировать на применение противовоспалительное, например, синтетических ретиноидов третьего поколения. И первого поколения, например, крем с ретиноидом или средств с изотретиноином. То есть это все к ним тоже относится. Соответственно, если нужно нанести крем, наносим через час, дадим
ретинолу посолировать немножко, да, поработать в одиночестве часик. И потом можно, допустим, использовать крем, восстанавливающий NMF Protection. Это будет идеальный совершенно вариант, потому что он компенсирует вот любую недостаточность нашего гидролипидного барьера, то есть там есть составляющие и липидного, липидной части, да, и комплекс аминокислот, который, собственно, фактически повторяет наш натуральный увлажняющий фактор роговых слоев эпидермиса. Вот такой вот вариант. И, соответственно, если кожа очень сохнет и достаточно сильно раздражается от ретинола, то в утреннее время тоже мы стараемся компенсировать вот это все средствами, которые будут и глубоко увлажнять, например, средства с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, такие вот, например, сыворотки, как интенсив омоложения, которые все, наверное, прекрасно знаете, кто с гельтеком знаком, или сыворотка, допустим, 3D-увлажнение с тремя видами гиалуронки, пептидом дивпарином, то есть можно тоже использовать, и закрывать это все средством с SPF, например, увлажняющим кремом, там, мультипротектором с SPF 50+, все зависит от индекса инсоляции, то есть от ультрафиолетового индекса, который мы смотрим в прогнозе погоды применительно к нашему региону проживания. Следующее правило – это не наносить на поврежденную кожу и чувствительные участки. То есть, например, у вас насморк, да, крылья носа очень чувствительные, и то не надо на них наносить ретинол. И, кроме того, могут быть чувствительные зоны, которые постоянно на лице. То есть, например, у кого-то действительно крылья носа постоянно чувствительные, или, допустим, есть какие-то участки вокруг губ, которые очень чувствительные, или где-то были воспаления, и это место было чувствительное, то просто мы стараемся ретинол на эти зоны не наносить. После повреждающих процедур, то есть пилингов, каких-то чисток, иногда даже, да, когда они такие достаточно интенсивные были, стараемся сделать перерывчик от там 3 дней до недели. Перед тем, как мы отправились куда-то, где индекс инсоляции высокий, это может быть не обязательно лето и летний отпуск, это может быть зима и катание на лыжах, там люди ездят, кто любит, увлекается всякими горными лыжами зимой на какие-то горнолыжные курорты, а там индекс инсоляции может быть и 6, и 7, то есть там действительно очень высокий ультрафиолетовый индекс, и нужно использовать максимальный SPF, стараться не подставляться под лучи солнца открытые. Поэтому, если планируется такая, например, поездка в такой регион, то за 2 недели мы ретинол отменяем. Еще я вижу вопрос, поступил от Марины, SPF смывать только гидрофилкой или можно муссом? Смотрите, наш SPF, мультипротектор, он достаточно хорошо смывается, он не содержит таких плотных каких-то вот эмульгаторов или там парафиновых производных или минерального масла, поэтому он достаточно хорошо смывается и муссом, и гелем очищающим, ну, может быть, нужно 2 раза умыться просто вместо одного, и тоником не забыть протереться. Вот. Но если у вас, например, зияющие такие атоничные поры, вообще кожа была там жирная или комбинированная, и склонна к закупориванию пор, то лучше, конечно, SPF, ну, хотя бы через раз смывать гидрофильным маслом. И тональные всякие основы смывать гидрофильным маслом. Только не забывайте, что гидрофильное масло наносится на сухую кожу и потом эмульгируется с водой, а, например, гель очищающий или мусс наносится, наоборот, на влажную кожу, чтобы он потом не вызывал чувство стянутости. А потом уже, ну, собственно, вы кожу увлажняете водой, потом раз вспениваете в руках гель или выдавливаете уже вспененный мусс из пенообразователя и уже умываетесь. Вот так. И используйте обязательно тоник. Для возрастной группы 45+, идеальный тоник – это, конечно, лосьон концентрат Нео с сосудоукрепляющими компонентами и 10% липосомальным дигидрокверцетином, но я не устаю петь ему оды, так сказать, восхищения, потому что это мой любимый самый тоник. Вот. И, собственно, вот можно как раз использовать вот такой вариант. Гидрофильное масло у нас, кстати, очень интересное. Оно ничем не хуже, я бы сказала, тех же самых японских и дорогих корейских аналогов, не содержит минерального масла, поэтому его можно, и не щипит глазки, когда в глаза случайно попадает, то, что можно даже гидрофильным маслом наш макияж стойкий, стойкую косметику с области глаз снимать, поэтому, кто его не пробовал, обратите на него внимание, плюс там еще антиоксиданты в составе. Вот. А как часто можно гидрофильное масло? Смотрите, гидрофильное масло использовать лучше не постоянно, то есть не каждый день, а ну, хотя бы там 2-3 раза в неделю, если нужно что-то плотное смыть, потому что если, например, жирная кожа или комбинированная, она лояльно относится к жиросодержащим очищающим средством, которые будут растворять не только жир с грязью, да, но и собственные кожные салы, поэтому
когда кожного сала в избытке, либо профицитная кожа, то, в принципе, гидрофильное масло нормально ощущается. Ну, собственно, таким людям оно больше всего и нужно. А если кожа сухая и нужно что-то плотное смыть, допустим, и собственного липидного слоя, да, немножко не хватает, то гидрофильное масло действительно может вымывать собственные жиры, и если мы будем каждый день им пользоваться, может и подсушивать кожу. Поэтому гидрофильное масло по необходимости, когда нужно что-то плотное, камуфляж, косметику декоративную, или там плотный какой-то SPF смыть, используем, а без надобности не используем. Лучше берем мягкую умывалку, гель очищающий на кока-глюкозиде или мусс, тоже как бы на мягких павах тоже кока-глюкозид, кока-глутамат в составе, нету там сульфатов никаких. Вот можем, как говорится, безопасно использовать любую из наших очищающих средств, любое для самой-самой сухой и самой чувствительной кожи. Но если кожа очень чувствительная, аллергичная и очень сухая, то я предпочитаю очищающий гель. Если кожа склонна к воспалениям, то есть такой лайфхак хитрый. Можно взять гель для интимной гигиены нашей серии Body. Это практически наш очищающий гель, только с добавлением молочной кислоты и с подкисленным pH 4,5. И он идеально подходит для умывания лица. Соответственно, при коже склонной к воспалениям. Во флакончике он продается с флип... как он, флип-топ, то есть крышечка такая, вот, но я, например, себе, у меня тоже ребенок старший умывается, я иногда, если что-нибудь чувствую, что какое-нибудь воспаление зреет, умываюсь гелем для интимной гигиены, у меня закончилось гидрофильное масло, я переставила оттуда дозатор прекрасный, и у меня теперь гель для интимной гигиены тоже с дозатором. Лайфхак личный от меня. Вот, продолжим дальше. Значит, какие у нас прогнозируемые побочные эффекты могут быть от ретинола? Они могут быть в виде повышения чувствительности кожи, причем до такой степени, что даже вода кажется, что она жжет. Действительно, бывает сильно, достаточно ретинол вызывает такое повышение чувствительности кожи за счет истончения эпидермиса как раз. Кроме того, может быть шелушение, может быть немножко раздражение, может даже какие-то покраснения в каких-то местах. Но если вот идет действительно покраснение, раздражение и, в общем, дискомфорт, то мы стараемся, как я уже говорила, уменьшить количество нанесенного препарата, либо вообще на какое-то количество дней, то есть где-то примерно на дней 5, максимум неделю, его отменить. И потом постепенно опять вводить. Единственное исключение, когда, например, бывает у человека аллергия на какие-то компоненты. То есть, допустим, у человека аллергия на что-то в составе, например, препарата с ретинолом. Тем более у нас там не только ретинол в составе, но еще и достаточно большая концентрация ниацинамида и 1% витамин С в стабильной форме в виде аскорбилглюкозида. И, соответственно, человек может и на ниацинамид, например, среагировать. И если это действительно у человека именно аллергия, то есть это когда мы нанесли какой-то препарат и покрылись крапивницей, то есть красными пятнышками, которые зудят, которые покраснения, которые могут даже выходить за границы нанесения препарата, которым вызвал аллергию, и которые вот эти ощущения проходят от приема антигистаминного, то в этом случае мы просто отменяем препарат и больше им не пользуемся, если это аллергия. Но если мы начали пользоваться один раз, второй, это, как правило, возникает либо после первого, либо после второго применения, и очень выражено. Если же мы, как должно быть, да, используем ретинол там неделю, две, три, и потом вот где-то на второй, третьей неделе у нас начинается вот это вот повышение чувствительности, шелушение и даже, может быть, раздражение, вот это пришел ретиноевый дерматит, прогнозируемое побочное действие, которого мы, в принципе, даже ожидаем. Вот. И другое дело, что выраженность его, конечно, зависит от индивидуальной чувствительности кожи. Поэтому у кого-то практически незаметно, особенно от 0,25 ретидерма будут эти явления, а у кого-то прям выраженные. Поэтому здесь обязательно подбираем комфортный для себя режим применения. Вот это важно. Ну и последнее, то, о чем я уже сказала, отвечая на вопрос про крем от Инны. Вот, что смягчающие и увлажняющие средства, они действительно будут минимизировать побочные эффекты, поэтому мы, например, утром в те дни, ну, собственно, утром, когда мы применяем на фоне ретинола, можем использовать средства, которые будут интенсивно увлажнять, например, интенсив омоложения, или поддерживать микробиом, то есть, например, сыворотка пробиоскин с лизатами бактерий, с инулином альфа-глюканом, то есть про- и пребиотиками можем использовать, ну, помимо того, что мы поверх наносим средство какое-то с SPF.
И, например, вечером мы можем через час после ретинола наносить восстанавливающий крем NMF Protection, к примеру, ну или просто ночной увлажняющий крем наш на миндальном масле, масло ши, там, протеины шелк. Ну, то есть фактически ночной увлажняющий крем – это как наш увлажняющий крем, который многие уже, ну, любят, потому что он уже давно производится Гильтеком, такой один из хитов, универсальный такой, можно сказать, крем, очень легкий, который подходит практически всем типам кожи, просто без SPF. Там есть SPF 10 увлажняющим, а в ночном увлажняющем SPF нет. Поэтому кто любит наш увлажняющий крем, тому точно понравится ночной увлажняющий. Без, как говорится, каких-то проблем. Вот, ну, Марина, это тут вопрос у вас почему-то висит в другой, это я уже на него ответила. Ага, так, по поводу ретинолацетата и плементата. Пишите все вопросы в чат, наверное, так будет проще. Едем дальше. Какие оптимальные сочетания в уходовой рутине? Ну, я частично уже озвучила их. Ну, самые, конечно, ну, скажем так, термоядерные, наверное, самая тяжелая артиллерия антиэйдж, это, конечно, концентрированная сыворотка с 5 пептидами, где у нас есть 2-мерилаксанта, люфасил-аргирелин по 5% каждого. Там есть 3-модулирующие пептиды, это релистаз и матриксил-морфомикс. И там есть трипептид меди, который является не только пептидом стимулирующим, который блокирует коллагеназу, разрушающую коллаген-эластин, который стимулирует выработку коллаген-эластина фибробластами, который работает как антиоксидант, который, собственно, очень-очень такой многостаночник. И в целом омолаживающий концентрат 5 пептидов – это один из самых сильных наших антиэйдж препаратов. Да, следующий препарат, который тоже считается очень сильным, потому что там все антиоксиданты, которые только можно себе вообразить в максимальных их рабочих концентрациях, это сыворотка C-Energy. C-Energy содержит витамин С, причем в двух формах, там есть и липосомальная форма, и свободный стабильный аскорбилглюкозид, там есть ресвератрол, там есть 3% дигидрокверцетин в липосомальной форме, так, тот же, что лежит у нас в серии Нео, в антивозрастном геле Нео аппаратном, в геле сухой нормальной кожи Нео, в лосьоне концентрате Нео. И, собственно, там у нас есть витамин Е и Сенерджи, феруловая кислота, опять-таки, 0,5%, которая тоже как сильный антиоксидант в такой концентрации работает, не как кертолитик. И Сенерджи можно применять в первой половине дня, потому что там стабильная форма витамина С, то есть не кислая форма. И, соответственно, Сенерджи хорошо комбинируется тоже с Шитидермом. И, например, смотрим тоже уже по показаниям. То есть, если у человека, например, запрос на поскорее убрать пигментацию или поствоспалительная пигментация, то мы выберем комбинацию, например, C-Energy и Retiderm. Да? То есть утром у нас C-Energy, вечером у нас Retiderm. В те вечера, когда нет Retiderm, мы тоже наносим C-Energy, например. Если же, допустим, у нас проблема больше с дряблостью кожи, с мелкими морщинками, с гиперактивной мимикой, например, в верхней трети лица или там, допустим, на шее платизма гиперактивно кольца Венеры начали формироваться, то тогда мы можем сочетать ретидерм, например, с 5 пептидами. То есть мы утром наносим, например, 5 пептидов, а вечером ретидерм, и в те вечера, когда нет ретидерма, мы наносим 5 пептидов. Если у нас обезвоженная кожа очень легко теряет влагу, ну, во-первых, тогда мы должны скорректировать немножко у нас образ жизни, поставить увлажнитель, хотя бы там баночки с водой, тряпочки на тари разложить, если нет увлажнительного воздуха, пить побольше воды, ну, комфортно так как бы, чтобы было, то есть не перебарщивать с водой, а, ну, просто стараться пить чистую воду, потому что есть люди, которые вообще, кроме там чая, кофе, ничего не пьют, и вот чистую вообще не потребляют. А у нас, собственно, эпидермис не имеет собственных источников влаги, кроме как из капилляров дермы, то есть из той жидкости, которая поступила в организм, ее брать. С атмосферного воздуха она берет мало, атмосферный воздух чаще всего, особенно если мы живем в условиях, где используются отопительные приборы или высушивающий воздух кондиционеры, наоборот, влага оттуда вытягивается. Поэтому чем лучше мы питьевой режим свой наладим, тем увлажненнее будет наша кожа. Но как заместительную терапию мы можем использовать ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, соответственно, сыворотку
сыворотка интенсив омоложения, либо 3D увлажнение. В комбинации опять-таки с ретидермом в вечернее время и в те вечера, когда нет ретидерма, тоже ее можем наносить, тоже будет очень хорошо восстанавливать наш гидрорезерв. Я, честно говоря, сторонник, я вижу вопрос, Марина, я отвечу сейчас. Вот, я, честно говоря, сторонник косметического минимализма, поэтому я не считаю, что нужно 20 баночек иметь, чтобы создать свою уходовую рутину. Достаточно 2, максимум 3 активных препарата в виде там, сыворотки, например, с какими-то большими концентрациями сильно действующих таргетных активов. Например, допустим, вы используете 5 пептидов, и, например, ретидерм. Или вы используете 5 пептидов и периодически добавляете, например, в те вечера, когда нет ретинола, тут же интенсив омоложения, чтобы получше увлажнить кожу. И вот эти вот 3 активных препарата в уходовой рутине, которые вы разносите по времени, там, утро, вечер и по дням, они, их будет достаточно, чтобы закрыть практически все потребности вашей кожи. Ну и дополняем это все мягким очищением, хорошим тоником, хорошим защитным кремом днем, при необходимости каким-то восстанавливающим кремом вечером и, опять-таки, при необходимости дополнительным каким-то средством для кожи вокруг глаз. Вот. И, естественно, дополняем это регулярным отшелушивающим каким-нибудь препаратом а-ля энзимная пектиновая маска раз в неделю. И все этого достаточно для того, чтобы получить хорошую ухоженную кожу. Соответственно, отвечая на вопрос, какую сыворотку после умывания? Марин, а поясните, что вы имеете в виду? Сыворотки разные мы после умывания наносим. Вы имеете в виду тоник, наверное, после умывания? Лосьон концентрат Нео, то, что я говорила. Лосьон концентрат Нео, да, это самый, я считаю, идеальный тоник для возрастной кожи, для зрелой кожи. И я сама его очень люблю, потому что я давно уже перешагнула рубеж 45+, и поэтому я считаю, что просто тоник, который содержит там 98% воды и парочку экстрактов, в моем возрасте уже использовать не спортивно. И, в общем-то, многие мои, так сказать, клиенты этой же возрастной группы также считают, и всем нравится лосьон концентрат Нео. Почему? Потому что он содержит достаточно высокую концентрацию сосудоукрепляющих компонентов, а все-таки с возрастом после 40 у нас сосудистые изменения на коже, капилляры становятся слабее, появляются сосудистые звездочки, и, в общем, сосуды укреплять нам никогда не вредно на лице. Поэтому лосьон концентрат Нео можно использовать очень хорошо в качестве тоника для возрастной, для зрелой кожи, а также для кожи атоничной, тусклой, более молодой, но которая как бы имеет вид кожи курильщика, так называемой, да, или там, допустим, есть какие-то сосудистые нарушения, пастозность, отечность, то все средства с сосудоукрепляющими компонентами тоже будут полезны. Да, просто на ватный диск наносим и, соответственно, протираем. Если кожа очень чувствительная, можно использовать тоники, не гелеобразные, а такие жидкие, орошением. Но вот лосьон концентрат Нео за счет дегидрокверцетина, он немножечко имеет такой бежевато-желтоватый оттенок, поэтому если мы находимся в белом, например, мы не будем себя там орошать лосьоном концентратом Нео для того, чтобы не задействовать ватный диск. Орошением мы используем тоники, то есть как бы оросили кожу из дозатора, из спреем пульверизатора и потом промокнули мягким там полотенчиком одноразовым. Вот. А если мы, например, используем его в душе и на нас нет какой-то светлой одежды, на которую может попасть тоник, то спокойно можем и лосьон концентрат Нео тоже использовать методом орошения, то есть умылись, нанесли, потом протерли там каким-нибудь мягкой салфеточкой, потому что у него тоже спрей во флаконе, который предназначен для того, чтобы брызгать, и, соответственно, можно тоже методом орошения. Да, ретинол наносим, соответственно, через 15-30 минут, Марина. Вот, ретинол наносим на правила сухой кожи, сразу вспоминаем с того слайда предыдущего. Да? Собственно, когда мы наносим ретинол тогда, когда у нас, собственно, кожного сала немножко выработалось. Вот, Анна спрашивает, можно ли сочетать ретидерм 0,5 с кремом от другой фирмы с концентрацией 1%? Нет. Нет, я, честно говоря, бы так не рекомендовала. Либо вы уже пользуетесь 1% ретинолом, либо вы пользуетесь 0,5. Зачастую 1% ретинол другой фирмы может оказаться слабее ретидерма 0,5 нашего. Там уже смотрите по ситуации, как кожа воспринимает, да, насколько там комфортно, дискомфортно. Поэтому нет смысла брать две сыворотки, содержащие активный ретинол, и их чередовать. Лучше, например, к 1% ретинолу, пока он не закончился, добавить что-то
Другое, то, что будет на другие компоненты, так сказать, нашего восстановления кожи, да, или там предотвращать старение с другой стороны, как говорится, на другой козе подъехать к нему. Взять Synergy, например, с антиоксидантами, или взять пептиды, применять, как вот в данной схеме, да, утром пептиды, в те дни, когда нет ретинола, пептиды, а там ретинол ваш 1%, применять, допустим, 2 раза в неделю. Я бы так сделала, то есть я бы не добавляла, ну, не нужно так делать. Соответственно, если вам нужно чуть больше отшелушить кожу, можно просто добавить на раз в неделю, например, глубокое очищение при помощи энзимной пектиновой маски. Она сразу делает кожу такой гладкой, сияющей. И, в общем, если где-то там от ретинола что-то начало шелушиться, она быстрее как бы уходит вот это шелушение, поэтому можно так еще немножечко подстимулировать. Вот, смотрите, нет, наши препараты продаются на самом деле, как и многие сейчас после пандемии, как говорится, все профмарки вышли онлайн, наши препараты можно купить не только в офисе. Это вот наша скидка вебинарская, она действует, да, только при покупке на официальном сайте. То есть для специалистов выгодно покупать со скидкой вебинарской, потому что к прайсу специалиста добавляется еще 10%. Получается достаточно внушительная, как говорится, внушительный дисконт. А, например, если не косметолог, да, иной раз выгоднее на Озоне, на Валберс купить, потому что скидка 10% от розничного прайса на официальном сайте может оказаться меньше, чем, допустим, скидка по акции какой-нибудь на Озоне или на Валберсе. Вот. Или в аптеке Ру, там, например, заказать. Или там в Ритуале. Мы сейчас на многих маркетплейсах есть, как бы можно просто посмотреть, где выгодней, там и брать. А для специалистов, конечно, выгоднее, когда, если посетил вебинар, купить с дополнительной скидкой к спецпрайсу после вебинара в течение недели. Скидочку я вначале написала, этот промокод, я в конце еще его еще раз озвучу. Он звучит очень просто. Вот. Едем дальше. Да? Для минимизации побочного действия и защиты кожи. Что мы применяем на фоне того, когда у нас в уходовой рутине есть средства с активным ретинолом. Это восстанавливающий крем NMF Protection, про который уже говорила, с комплексом Produce, аминокислотами, с эскваланом, то есть очень такой приятный. И кроме того, крем NMF Protection, за что вот он мне очень нравится, что даже при комбинированной жирной коже он не забивает поры, то есть нет риска вот этого. Поэтому его можно очень классно применять как восстановление, даже если кожа склонна к жирности. Также гель Ceramide Skin Saver. Ну, как правило, его днем, особенно зимой, применяют от мороза, потому что это безводная структура на маслах и летучих силиконах. Вот с биоцерамидным комплексом. Атопики применяют на лице гель Ceramide Skin Saver. Его можно применять, например, в дневное время тоже для защиты кожи, то есть для создания, так сказать, имитации собственного липидного барьера, да, то есть липидной части гидролипидного барьера. Вот. Также можно работать с микробиомом, особенно если он пострадал от каких-то лечебных действий агрессивными препаратами, наш микробиом, или, допустим, какие-то антибиотики человек пропил, тоже это на, собственно, микробиом кожи влияет, или, допустим, не дай бог, человек иммунопрофилактику какую-то проходит, или, ну, в смысле, какие-то препараты, химиотерапию, да, проходит в связи с, допустим, с онкологическим заболеванием или с каким-то аутоиммунным заболеванием, вот, глюкокортикоиды, например, применяет. То есть микробиом нарушился, можно использовать средства с пропребиотиками, сыворотку пробиоскин. Можно использовать банальный дематен при коже, склонной к воспалениям, наш, который во всех аптеках есть, с серой, с 1%, с гиалуронкой и алоэм. И, соответственно, обязательно защищать кожу от солнца, мультипротектор SPF 50 Oil Free, и скоро, боюсь прям уже даже говорить, дождались мы или нет, но у нас CC-крем наш тональный, который выйдет в 2 цветах, более светлым, более темным, который можно еще будет смешивать между собой, чтобы получить оттенок третий. Я так надеюсь, что он скоро выйдет таки, потому что он уже готов. Но будем ждать. Да, Виктория, я боюсь говорить, но в общем, он опытно-промышленная партия, прошла карантин, все испытано, и, в общем, теперь уже от маркетинга зависит, когда его пустят в продажу. Будет 0,1 и 0,2. С более таким оливковым подтоном лучше брать душечку, а если прям светлая кожа, то 0,1.
Вот. Уже все, уже выйдет, уже в коробочках у меня уже есть. Так что вот кто давно ждет его, я надеюсь, что мы дождались. Что мы дождались. Значит, Анна написала очень хороший тоже вариант. С кремом в 1% применяете альфа-дерм. Да, альфа-дерм – это средство с миндальной кислотой, очень мягкое, хотя и с кислотами для регулярного ухода. Это кислоты, он помогает быстрее отшелушиться. Но кислоты с ретинолом сочетаем мы с очень большой осторожностью только у тех людей, у кого выраженный гиперкератоз, плотная кожа и не очень чувствительная. Вот, промокод я в конце скажу, сейчас мы когда дойдем до конца, вот скоро, я еще раз его напечатаю. Да, он будет для тех, кто в вебинаре. Мы просто потом, когда на YouTube выкладывают ее, отрезают вот это, где я говорю промокод. Вот, поэтому я сейчас все расскажу, то, что планировала, и промокод еще раз напишу. На неделю он 10% дает специалистам от прайса специалистов для розницы от розничного прайса. Но если вы не специалист, то иной раз выгоднее на маркетплейсе купить, там бывает скидка больше. Вот, соответственно, едем дальше. Едем дальше. Пример домашнего ухода. Пример домашнего ухода у нас такой стандартный для проблемной кожи. Но так как мы говорим о ретиноидах, то чаще всего, конечно, ретиноиды востребованы для людей со склонностью к воспалениям. Ну и, соответственно, вторая категория – это уже категория 35-40+, когда нужен антиэйдж. А, например, 20 лет девочке ретидерм наш абсолютно не нужен, разве что она пытается после лечения акне поддержать свою кожу, например, не таким агрессивным препаратом, как, например, ретиноиды третьего поколения, а просто косметическим ретинолом, который тоже обладает противовоспалительным действием, но для лечения лучше все-таки применять медикаментозные препараты с адаполеном. Либо, если не в нашей стране, то тазаротен тоже можно применять, но они, конечно, более агрессивные, применяются в более агрессивных схемах, там ежедневное применение, там, в общем, как бы суть в том, чтобы быстрее ретинизировать кожу и убрать, условно говоря, прыщи без оглядки на то, что человек испытывает ретиноевый дерматит, в общем, страдает от него. Поэтому, собственно, там немножко по-другому все делается. А если мы с целью антиэйдж и небольшой такой профилактики воспаления используем его, тогда мы можем вот как раз следовать тем нюансам применения, которые я озвучила на этом вебинаре, которые есть у нас на сайте в описании к препарату, и там же есть у нас видеообзорные к препаратам, также на все препараты у нас практически есть видеообзоры, в которых я стараюсь, ну, как правило, я или кто-то там из коллег их снимает для того, чтобы кратенько озвучить, как правильно и с чем сочетать, и как правильно применять тот или иной препарат. Карточки на сайте можно всегда проверить. Эти же обзоры у нас кратенькие, даже на Вайберис подвешивают иногда в карточку препарата. Кстати, когда заказываете на Вайберис, смотрите, кто продавец, потому что участились случаи, когда перекупы иногда продают, и у них может быть и цена гораздо больше, и, в общем, мы там гарантии тогда не несем. А если вдруг какая-то проблема возникает при покупке на Вайберисе, когда продавец Гельтек, то если вдруг, не дай бог, там доставка что-нибудь повредила, зачастую Гельтек всегда идет навстречу, может что-то там заменить, поменять, рассмотреть индивидуально этот случай. А перекупы, они, конечно, ну, вряд ли будут этим заниматься. Имейте в виду. Вот. Значит, пример домашнего ухода для молодой проблемной кожи. Мы очищаем мягким средством лицо. Можем использовать или гель очищающий, или мусс, или, как я уже упоминала в вебинаре чуть ранее, очень хороший лайфхак для проблемной кожи – это гель для интимной гигиены с PH 4,5. Тоже можно использовать его для лица. Далее мы используем тоник, матирующий себобаланс. Кто еще не пробовал себобаланс, если вдруг кожа, да, склонна к жирности, то это очень классная штука. Это тоник, который, в общем-то, аналогов, по-моему, даже не имеет. Мы его, в общем-то, сами придумали. Вот, очень удачно. И он двухфазный. То есть это, по сути, суспензия. У него есть сухая часть с каламином, с цинком. И есть, собственно, себорегулятор с комплексом Вермат, сама жидкость. И вот этот тоник нужно тщательно взбалтывать, то есть прям вот если он долго у вас постоял, вот этот осадочек, ну, раз 20 надо встряхнуть, чтобы он прям весь распределился в текстуре тоника, нанести на ватный диск и протереть. Он будет еще и матировать в течение дня, помогать меньше чернице кожи. И через 5 минут мы наносим на проблемные участки стоп-акне. Соответственно, если проблемные участки расположены лице хаотично, значит, на все лицо, плюс стоп-акне еще себорегулирующие компоненты содержит и будет, как говорится, уменьшать жирность в том числе.
И, соответственно, утром мы поверх стоп-акне можем нанести, если нужно, какое-то солнцезащитное средство, и если не нужно, можем ничего не наносить. Вот, если индекс инсоляции там 0 или 1, там до 2. Соответственно, вечером мы, если наносили плотное средство солнцезащитное или какую-то камуфлирующую косметику, умываемся с антиоксидантом гидрофильным маслом, нанося его на сухую кожу, потом эмульгируя с водой, потом используем мусс либо гель, умываемся. Дальше можем использовать отшелушивающий лосьон, либо на все лицо, либо в Т-зоне. Чаще всего он используется с салициловой кислотой 2%. Это тоже, кстати, одна из новинок этого года. Салициловый лосьон, где у нас используется 2% салицилка, которая, то есть салициловая кислота, которая, собственно, это максимальная концентрация, которую разрешено добавлять в косметику. Но по сути там салициловой кислоты, конечно, больше, потому что мы используем еще концентрат экстракта коры ивы, Salix alba белой ивы, которая тоже является природным источником салицилатов, и там ее 4%, то есть салициловой кислоты там будет, конечно, больше 2, но все законно, потому что салициловой кислоты чистой у нас там 2% лежит. Вот, поэтому салициловый лосьон без спирта, то есть есть аналоги известные, не будем называть имен, американские, корейские, которые, собственно, аналогичные продукты выпускают, он ничем не хуже, даже получше некоторых. У нас получился, очень хорошо на кожу влияет, и вот для тех, у кого жирная кожа, склонная к такому густому себуму, который закупоривает поры, образуются вот эти комедоны, черные точки, салициловый лосьон очень хорош тоже в регулярный уход. Тоже его не обязательно применять каждый день. Можно применять несколько раз в неделю. И затем мы опять наносим, как говорится, стоп-акне или обновляющий фоллит альфа-дерм. То есть либо стоп-акне у нас утром и вечером идет, либо идет комбинация стоп-акне и альфа-дерма. Либо альфа-дерм мы меняем на ретидерм, если нам нужно, собственно, какой-то эффект от ретинола получить. И тогда у нас стоп-акне будет утром и в те вечера, когда нет ретинола, а, допустим, 3 раза в неделю будет ретинол. Вот такая вот схема, такая универсальная более-менее. И для глубокого очищения мы используем энзимную пектиновую маску на 15 минут, потом смываем под пленку, если кожа проблемная. Потому что если мы используем энзимную маску как антиэйдж вариант, то мы по ней часто делаем массаж или сам массаж. А если проблемная кожа, есть прыщи, воспаление, то, соответственно, под пленочку кладем, чтобы не, как говорится, не провоцировать возникновение новых воспалений за счет массажных техник, за счет того, что по лимфатической системе будет нужно этот гной там распределяться. Поэтому энзимную маску под пленку на 15 минут смыли, после нее поросушивающую маску Себа Баланс, которую тоже я в Гельтеке лично очень долго ждала, когда же у нас появятся глиняные маски, мне не нужно будет покупать их у конкурентов. Соответственно, поросушивающийся баланс, очень приятная маска с каолином, каламином, бетонитом, которая не засыхает, не пересыхает на коже, ее достаточно долго можно держать на 15, не нужно ничем опрыскивать, никакие влажные тряпочки сверху класть, она не будет пересушивать эпидермис, очень приятная текстура, и потом ее смываем, это получается практически а травматичная чистка раз в неделю. Можно там 2 раза не делать максимум, но не чаще. Соответственно, если у нас уже назначено медикаментозное лечение какое-то человеку с проблемной кожей, то есть, допустим, назначено адапален, например, на вечер, на утро еще что-нибудь, иногда сочетание бензоэл-пероксида с адапаленом применяется, это очень агрессивная схема такая, но многим она нужна, потому что бензоэл-пероксид предотвращает возникновение рубцов, то есть глубоких воспалений, которые прям очень глубоко там в дерму расположены, то тогда мы уже не назначаем стоп-акне или альфа-дерм или ретидерм, то есть те препараты, которые сами по себе являются лечебно-профилактическими, тоже содержат довольно-таки агрессивные компоненты, а мы тогда уже крутимся вокруг вот этих вот медикаментозных препаратов агрессивных и стараемся минимизировать их побочки. То есть тогда в ход пойдет уже пробиоскин, тогда уже пойдет в ход дематен, тогда уже пойдет NMF Protection, который мы через час после адапалена или там утром можем наносить, или там Ceramide Skin Saver, например, в дневное время. И тоники с ахокислотами и салициловым лосьоном мы тогда отменяем, заменяем на тоники для чувствительной кожи. Например, тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера или матирующий тоник Себа Баланс, который тоже за счет каламина чувствительность кожи уменьшает. Вот, вопрос поступил, можно ли применять сыворотку с ретинолом с поверхностными и химическими пилингами, пилинг раз в неделю, кожа жирная. Смотрите, если мы делаем курсом, например, наш миндальный пилинг поверхностный, который всесезонный с молочной фируловой и миндальной кислотой,
то я рекомендую ретинол на это время отменить. То есть, если мы, допустим, раз в 5 дней делаем те самые 4-5, ну, максимум 6 процедур этого пилинга, то мы можем ввести в уход альфа-дерм, например, тоже с миндальной кислотой, чтобы он пролонгировал эффект пилинга, немножко его усиливал. Но ретинол не надо, потому что можно все-таки немножко перестимулировать и вызвать раздражение. Поэтому мы ретинол хотя бы там за неделю до пилинга предстоящего можем отменить, даже можем дня за три, потому что пилинг поверхности, это я про наш говорю, если какой-то более серьезный, то, соответственно, минимум за неделю. Вот. И потом делаем вот курсом вот эти пилинги, можем, как говорится, их немножечко добивать альфа-дермом при необходимости, и, соответственно, потом, когда мы последнюю процедуру сделали, там через недельку-полторы можем вводить опять ретинол в уход. Если же это ретиноевые желтые пилинги, то там как раз в схемах наоборот и подготовка к пилингу осуществляется ретинолом, да, то есть можно использовать наш ретидерм 0,5. Но там ретиноевый дерматит мы получим гарантированно, потому что в подготовке к желтому пилингу там схема такая довольно-таки агрессивная, когда мы используем сыворотку с ретинолом каждый день, каждый вечер. После ретинолевого пилинга тоже мы продолжаем уход там или 0,25 или 0,5 концентрации ретинола, то есть чтобы пролонгировать его эффект. То есть ретинол дружит с ретинолом, а кислоты дружат с кислотами. Вот лучше вот, наверное, вот такую схему себе в голове как-то вот нарисовать и ей следовать. Вот в сочетании с ультразвуковым пилингом, Таисия, можно использовать ретинол спокойно, потому что ультразвуковой пилинг делается по гелю дезинкрустирующему нейтральному совершенно препарату. Кожу не повреждает, он нужен для того, чтобы убрать гиперкератоз раз в неделю, сделать, допустим, ультразвуковой пилинг раз в две недели, и просто чтобы кожа была более гладкая. И поэтому здесь никаких противопоказаний, никаких проблем нет. Даже в тот день, когда вы утром сделали, допустим, ультразвуковой пилинг, вы, в принципе, можете довольно-таки безопасно нанести ретинол. Но я предпочитаю хотя бы на следующий день. Ну, потому что ультразвуковой пилинг иногда сопровождается параллельно чисткой лица, что-то там мы потом выдавливаем руками там или что-то делаем. Ну, то есть, как бы какая-то агрессивное воздействие какое-то все-таки осуществляется. Плюс разрыхление перед ультразвуковым пилингом мы можем более такими немножко агрессивными препаратами делать, да, допустим, с сочетанием салицилового лосьона плюс энзимную маску под пленку, и потом мы, значит, это чистим, потом еще какие-нибудь комедоны выдавили, да, в этот вечер этого дня, да, ретинол, ну, честно говоря, можно и не наносить, нанести что-то, наоборот, восстанавливающее. А потом уже со следующего дня можно спокойно продолжить ретинол. Если зрелая проблемная кожа, да, проблемная, да, это здесь как раз я не антиэйдж привожу протокол, а именно проблемная, потому что антиэйдж там все понятно, взяли там пептиды, C-Energy, взяли там ретинол и скомбинировали, как вот на слайде чуть ранее я показывала примеры. А когда зрелая проблемная кожа, у нас проблема в том, чтобы и противовоспалительные в рутину строить препараты, и в том числе и о возрастных изменениях не забыть. Поэтому мы обычно сочетаем как-то так. Сначала у нас, естественно, всегда очищение идет. Более того, если зрелая кожа еще и чувствительная, проблемная, то с утра нам не обязательно прямо умываться, если мы с вечера использовали, допустим, не ретиновую какую-то еще сыворотку, просто нейтральную, там, а-ля 5 пептидов, вот, или там интенсив омоложения, то можем с утра, в принципе, ополоснуть лицо, желательно кипяченой или фильтрованной водой, то есть мягкой водой, протереть лосьонным концентратом Нео и даже не использовать очищающие средства. Это как раз хорошо делать тем, у кого или очень чувствительная кожа, или пациентам с розацией, например, которым вообще каждый контакт с водой – это нежелательный такой момент. Да, но при этом надо кожу содержать в чистоте. Поэтому с утра нам не обязательно прямо отмывать ее очищающим средством. Можем использовать очищающие средства или там сочетание гидрофильного масла с гелем или муссом как раз в вечернее время. А утром только использовать воду и тоник. И, соответственно, после очищения кожи мы используем тоник. Для зрелой кожи мы можем использовать либо, если она жирная, да, тоник, матирующий себе баланс, либо тоник для жирной проблемной кожи, балансирующий, либо мы можем опять-таки использовать лосьон-концентрат Нео, который будет работать зрелой кожей уже как активный препарат, даже не как тоник, за счет сосудоукрепляющих компонентов и липосомального дегидрокверцетина. После этого мы наносим в сыворотку 5 пептидов, например, для лица и шею, и укрепляющий крем для век Церамидос и Пептидос.
А через минимум 15 минут, чтобы на тех участках, куда мы нанесем стоп-акне, все-таки пептиды успели поработать, я бы, честно говоря, полчаса подождала, как минимум. Вот. Мы можем нанести на участки с воспалениями сыворотку стоп-акне. Стоп-акне, она на самом деле пептидам не сильно повредит, ну просто сразу не нужно наносить что-то на них, чтобы они спокойно сами поработали. Потому что у нее pH не низкий, у нее pH слабокислый, 5,0-5,5, и стоп-акне, в принципе, пептиды не развалит. Это если у нас кислая какая-то сыворотка с pH ниже 4, тогда она разрушит пептиды, и они не успеют ничего сделать. Вот, поэтому стоп-акне довольно-таки нормально сочетается с сывороткой 5 пептидов или с какими-то другими сыворотками, содержащими пептиды миралоксанты, которые очень критично относятся к pH. Вот. И, в общем, в принципе, особенно если она наносится локально на какие-то зоны, где есть воспаление, то это не страшно. И после того, как мы нанесли противовоспалительный препарат, мы уже наносим наш защитный крем. Зимой, если не нужен, допустим, солнцезащитный крем, мы можем его заменить на церамид Skin Saver, который будет защищать от мороза, который не содержит воды. Гель церамид Skin Saver, я имею в виду. Соответственно, вечером у нас идет двухэтапное умывание с антиоксидантным гидрофильным маслом. Если нам нужно что-то плотное смыть, если не нужно плотное смывать, то достаточно умыться просто гелем или муссом. И дальше мы можем уже использовать либо какие-то кислотные средства, то есть тоник с ахокислотами в сочетании с альфа-дермом, с миндальной кислотой, либо вот как раз ввести в рутину ретинол, то есть ретидерм. Но тогда лучше нам использовать надежный, все-таки более нейтральный тоник, тот же лосьон концентрат Нео, который мы, например, использовали утром перед нанесением ретидерма, и, соответственно, через полчаса, там, через 15 минут, после тоника мы наносим средство с ретинолом. На зону вокруг глаз и шею при необходимости мы можем отдельное средство для век нанести. Если кожа по суше и склонна к темным кругам, к образованию отеков, тогда предпочтем крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, с кофеином, с полуланом и с матриксилом 2% Морфомикс, да, то есть тоже с пептидом, укрепляющим кожу. Либо, если кожа по суше и более дряблинкая и требует более плотной текстуры крема для век, тогда берем укрепляющий крем для век с церамидосапептида, с церамидами НПС, с пептидами, с комплексом Синтакс, который тоже занимается укреплением кожи, и используем его. И помним всегда о том, что все средства для век, они прекрасно подходят для зоны шеи, поэтому мы можем сэкономить и средства для век использовать также для шеи, а также можем вообще как ночной крем для всего лица при необходимости использовать средства для век. Учитывая то, что у нас в Гельтеке средства для век выпускаются не в малюсеньких флакончиках, как большинство марок, за те же деньги, что средства для лица выпускают 5-миллилитровый какой-нибудь флакончик со средством для век, а у нас средства для век выпускаются в таком же 30-миллилитровом флаконе, как и любая сыворотка или крем для зоны лица. Значит, 1-2 раза в неделю мы тоже при зрелой проблемной коже дополняем наш уход процедурой глубокого очищения и сужения пор. Соответственно, энзимная пектиновая маска под пленку на 15 минут смыли, потом поросушивающую маску глиняную нанесли и тоже смыли. После этого тоником протерли, нанесли свой вечерний уход. И в те дни, когда мы используем глубокое очищение, собственно, ну вот такую процедуру делаем, мы стараемся в этот вечер ретинол не использовать, а тогда что-то уже более такое восстанавливающее, нейтральное, да хоть пробиоскин нанести потом. Вот, то есть как вариант. Или там интенсив омоложения плюс ночной крем или без ночного крема, если кожа жирная. То есть здесь уже по вашему желанию. Просто ретинол лучше тогда уже на следующий день использовать. Также можно Сенерджи, например, для зрелой кожи встраивать вместо пептидов, особенно если цель стоит осветлить тон немножко. И альфа-дерм мы тоже, соответственно, можем с ретинолом как-то взаимозаменять или чередовать, если кожа плотная. То есть, если человек, например, не хочет ретиноевый дерматит, да, у него зрелая проблемная кожа, мы можем ему посоветовать альфа-дерм. Он будет тоже с пигментацией бороться и, соответственно, профилактику воспаления оказывать за счет миндальной кислоты и других АК-кислот. Вот такая, собственно, схема. Вот. Ну, на этом я теоретическую часть свою изложила. Вот, жду, если вопросы какие, и пишу вам промокод на скидку, который я вначале давала, который у нас для специалистов даст хороший.
хороший дисконт к нашему профессиональному прайсу. Ну, а для обычных розничных клиентов, которые не имеют диплома специалистов, соответственно, скидки, смотрите сами, где вам выгоднее заказывать гильтек, потому что не всегда на официальном сайте будет бюджетная цена. На официальном сайте, учитывая то, что на официальном сайте закупают специалисты с большой скидкой, у нас цены все-таки наиболее высокие, поэтому можно, например, взять на Валберсе, на Озоне или там на других каких-нибудь ресурсах, где можно найти гильтек, куда мы официально поставляем, и там, возможно, это будет более выгодно. Вот. Промокод звучит как ретиноиды с решеточкой впереди русскими буквами маленьким шрифтом, и он даст, когда в личном кабинете на официальном сайте вы заказываете, да, специалист, как правило, видит прайс уже со своей ценой, и потом, когда в поле промокод вводит при заказе этот, как говорится, промокод, то получает еще от своего прайса еще 10%. Собственно, жду вопросиков, если есть. Если нет, будем закругляться. Я так понимаю, что вопросы все уже задали. А, нет, есть вопросы. Можно ли выполнять массаж по маске, аквамаске, то есть акваудовольствие? Да, можно. Если вы хотите, чтобы она лучше скользила, то, соответственно, рада видеть знакомые лица. Вот, смотрите, как по акваудовольствию делаете массажик. Если хотите, чтобы лучше скользило, просто смачивайте руку. Руки либо водичкой, либо тоником брызнули и дальше пошли массировать. Если нужно, чтобы там залипало, какие-то такие движения пластические делать, то просто дожидаемся, пока немножечко она подвпитается, и делаем пластические движения. Потом нам нужно раз опять скольжение улучшить, и смочили тоником, сбрызнули, и опять, например, лазерным концентратом даже можно. И, соответственно, сделали дальше уже поглаживающие движения. Кстати, спортивные массажисты пользуются тоже этим. Они, конечно, не по акваудовольствию делают массаж, а по какому-нибудь там более дешевому гелю с гидролизатом коллагена и алоэ в сфере боди. Но когда, например, у культуристов очень часто за счет препаратов, которые они принимают, чтобы быстро увеличить массу мышечной ткани, возникают проблемы с воспалениями, например, на спине, и по маслу им массаж не сделать, а массаж все-таки у спортсменов это прям необходимая процедура, особенно перед каким-то соревнованием и так далее, они используют гели и точно так же делают по ним массаж, смачивая руки, если нужно скольжение, и, соответственно, разминание и растирание делают тогда, когда, собственно, гель немножко подпитался. Вот такой лайфхак. Не за что. Всем спасибо огромное, что вы пришли. Промокодик я дала, все рассказала. Про ЦДК вначале рассказывала, если кто у нас не был, да, тоже скажу, что у нас есть центр диагностики кожи. Кому интересно, можно туда прийти, все пощупать, все попробовать, взять пробничками, разжиться. Вот. Те, кто у нас из других городов, можно, например, записаться на консультацию косметологу онлайн, там, подобрать себе уход. Но это касается не специалистов, больше как бы людей, которые просто интересуются нашей косметикой профессиональной. У кого есть какие-то проблемы с кожей, когда идут к профессиональную косметику, да, когда есть какие-то проблемы, которые надо решить. Вот, поэтому у нас есть онлайн-консультации, и вот в Москве на Пятницкой и в Калининграде у нас есть очные ЦДК. Вот, можно ли с хлазмой бороться с помощью ретинола? С хлазмой можно, после беременности вы имеете в виду, да, бороться и при помощи ретинола, но опять-таки вы кормите малыша как минимум год, да, я надеюсь. Вот, и, соответственно, лучше тогда в это время пока там с ретинолом поосторожнее, ну, чтобы ребенка им случайно там не задеть. Поэтому можно альфа-дерм, например, взять при хлазме и начать с него. У нас, к сожалению, сейчас нет в наличии сыворотки, которая очень хорошо при хлазме помогает брайтнинг скин, потому что проблемы с сырьем, с ним пока не можем ее продавать. Вот сейчас как удастся нам, так сказать, найти аналоги ингредиентов ее, то, возможно, она опять появится в продаже. Она, конечно, идеально вообще подходила. А так, сочетание тоник с ахокислотами и альфа-дерм при хлоазме будет после беременности более адекватным решением, нежели ретидерм. Вот. И, соответственно, на утро вы можете добавить Synergy, который тоже за счет ниацинамида 3% витамина С стабильного будет немножко осветлять кожу, ну, способствовать осветлению, выравниванию тона. Вот, поэтому вот такую бы схему я предложила при хлоазме, при мелазме беременности после родовой.
Ну, когда, естественно, уже родили, тогда, соответственно, этим занимаемся. Потому что в то время, когда вы еще не родили, если вдруг еще не родили, то заниматься устранением пигментации практически бесполезно, потому что гормональный фон гуляет так, что можно, наоборот, еще больше усугубить, попав случайно там на солнышко с чуть более высоким индексом инсоляции после нанесения, например, кислотного средства какого-нибудь, и, собственно, получить обратный эффект. Поэтому если родили, можно использовать Сиэнерджи, тоник с ахокислотами, Альфа-Дерм в рутине. А если еще не родили, то благополучно родить и потом уже выводить пигмент.